Еще 47 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 658 человек. Но это абсолютно не повод расслабляться. Уже почти у 700 мытищинцев подтвержден диагноз COVID-19. Сейчас под наблюдением врачей поликлиник находится более 1000 человек. Столько же с диагнозом пневмония проходит лечение в стационаре.